протестующим на Майдане Незалежности присоединился чемпион мира по боксу Владимир Кличко, младший брат лидера оппозиционной партии «Удар» Виталия Кличко. Вместе с собой 37-летний Владимир привез свою невесту, 24-летнюю американскую актрису Хайден Панатьери. Звезда сериалов «Нэшвилл и герои», которая рассказала о своей помолвке с украинским боксером в октябре этого года, попыталась поприветствовать демонстрантов на родном для многих из них русском языке. Несогласные с приостановкой евроинтеграции, объявленной украинским правительством 21 ноября, протестуют уже третью неделю. Оппозиционеры заблокировали работу кабинета министров и оккупировали здание городской администрации. Панатьери заявила, что у собравшихся есть право на демократию, и призвала продолжать бороться. «Я хочу, чтобы вы знали, — сказала актриса. — Я, как американка, стою за вас. Я поддерживаю вашу борьбу и буду делать это до тех пор, пока вся Украина не будет отражать истинную красоту украинского народа. Продолжайте бороться. Я люблю вас всех». Ранее Владимир Кличко говорил, что его невеста может даже выступить на Евромайдане, и отмечал, что она прекрасно поет. Однако Хайден ограничилась лишь краткой речью, чего, впрочем, хватило для того, чтобы вызвать у собравшихся бурю одобрительных эмоций.